Зарядка в 6 утра, полевые условия и обучение. Всероссийский форум «Рубеж» – это, как отмечают сами организаторы, не место отдыха, а проверка на прочность. Неделю молодые люди со всей страны осваивают навыки работы в условиях чрезвычайных ситуаций и строят команду. На площадке участники от 18 до 35 лет со всех регионов страны. Каждый из них готов учиться новому и помогать другим. Ребята неоднократно участвовали в волонтерских акциях, помогали ликвидировать последствия пожаров и ураганов в Крыму, Якутии и Забайкалье. В движение молодежки вовлечено более 80 тысяч человек. Я уверен, что ребят, которые во всей этой истории, много. Вот. Важно, вот из ситуативного волонтерства много. Акция «Мы вместе» это показывает и показала. Но необходимо, конечно же, масштабироваться, потому что доносить смыслы до... В программе мастер-классы и встречи со спикерами. И это не просто скучные лекции, а интересные практики. К примеру, ребят учили оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему. Обучение провели инструкторы Центра спецназначения «Витязь». Я могу воспользоваться ремнем для того, чтобы наложить жгут на место ранения. Но самое интересное – командообразующие тренинги и разнообразные активности. Главный девиз здесь – работать в команде. Даже банальная зарядка участников, взявшись за руки. Дальше – сплав на каноэ. А по вечерам – диалоги у костра со спикерами в формате без галстуков. Полный выброс из зоны комфорта. Плечом к плечу ощутилось уже на первой зарядке, когда... Благодаря этому принципу все испытания на нашей зарядке стали возможными. Это всеми любимые приседания, это всеми любимые отжимания. Все это делается просто и легко, если ты работаешь с друзьями, плечом к плечом, командой. И все страхи свои можно преодолеть, если рядом с тобой близкие по духу друзья. С учетом эпид-обстановки все участники форума имели при себе QR-коды, прошедшие вакцинации и ПЦР-тест на коронавирус. Кроме того, на форуме вместе с молодежью работали партнеры Общероссийского народного фронта, медики Федерального медико-биологического агентства. Анна Тищенко, Улправда ТВ.